Потом отделил Господь от левых тех, которые были слепы, но ходили по мановению Божию. На них не было никакого зла, но они не были между праведниками. Посмотрел Господь на них и не разгневался, но разгневался на их родителей за то, что не просветили их святым крещением, и велел Господь дать им покойное место на западе и часть наслаждения вечной жизни, так, чтобы они не видели лица Господня. Они сказали: «Владыка Господи, благословен Ты и благ, и милосерд, потому что Господь жизни и смерти лишил нас временной жизни по известным Тебе причинам, но одного у Тебя просим, помилуй нас, Господи». И Господь даровал им малое утешение. Это был лик христианских младенцев, не принявших святаго крещения. Все они были одинакового возраста.